Всем привет, друзья! С вами Алларель, и продолжаем мы с вами наше приключение в World of Warcraft. А на сегодня нас ждет, собственно, путешествие небольшое под стадели адского пламени. Как видите, я сделал трансмагрификацию вещей, так как мне немножечко поднадоело ходить в том хламонском шмоде, в котором я был. С этими чашками непонятными для пиваса, ну и со всем остальным. Поэтому я взял топоры, так как я поигрываю на данный момент из-за моего шмота в комбате, то, собственно, и зарядился я пухами, хорошими красивыми топорами. Насколько я помню, они, по-моему, были то ли из Лич Кинга, то ли из Катаклизма. А, в принципе, не суть. Не суть, это не критично. Главное то, что они красивые, симпатичные, и можно с ними тосать. Хотя, точно так же я мог бродить и со своим прошлыми, да, со своими прошлыми пухами. Это бочечки от пиваса, вот, чашечки. Вот, ну и, собственно, одел Блокфанг, да, я уверен, многие его знают, многие оценят. Вот, те, кто разбирается хоть немножечко в шмотах и трансмагрификации, в принципе, то понимает, да, что это за шмот, его ценность, в принципе, его крутость. А вот. У меня тоже шлем был такой убогий, из геройка какого-то. Вот, поэтому я решил все это дело немножечко подкрасить, немножечко разукрасить, чтоб имело, опять же, человеческий вид. Так, ну и, собственно, мы подошли к боссу. Нас здесь ждет повелитель скверны Закун, да? И что Закун нам хочет здесь подарить? Что он нам там... Да, пожнешь. У него есть одноручное кистевое, в принципе. Это интересный вариант, но я так предполагаю, он мне не выпадет. Он мне не выпадет. Так, двоечкой. Мертвые. А, легкие жертвы, ошибочка. Кто-то он валится в... Скажите мне, я вам скажу. Через мути, да? Спек. Ну, а мы в комбате все-таки играем, а лутаем на мути. Очень интересный вариант. А ты думал. Ну, это мы посмотрим. Так. Че, нас не БЛа ничего, да, не дали. Зажадничали на старте. Но ничего, дадут под конец, значится. Да. Что там, в кулачный бой перешел. А что такое? Что там танк тягает? Воу-воу. Что там вообще все плохо с танком было? Так, пошла череда убийств. Даю адреналин. И понеслась, кстати, вот это бы стоило повыкидывать отсюда с панели, дабы оно меня не мучило и не мешало. Так, кто-то там хедшот выхватил на 143 тысячи. Даю ваниш, повешу гороту, запущу мясорубку. Блин, что я сбиваюсь, не слежу за
за дебафами на боссе. Нехорошо, нехорошо. Да какую силу легиона? Все, лег твой легион, и ты вместе с ним. Как обычно. Как обычно получили аж. Так, все, там реснули уже. Окей, двигаем дальше. Запястье. Спасибо. Теперь оставьте меня. Я хочу забрать свой трофей. Да не вопрос. Так. Оу. Но это вроде не на меня сагрились, я-то в стелсе был. Давай адреналин дадим. Мясорубочка пошла. И свертуханчика тоже всем впаял. Удар. Вы встали в очередь. Какой-то негодяй ливнул. Да, ну как-то танка что-то просаживает. Уж больно сильно. Нехорошо это. Будет сдача с тысячи. Ай. Юмористы. Так, куда нам там дальше? Походу, прямо по курсу. Ого, серьезно, эпохальный. Да, рога заряжен, будь здорово. Ой. Твою мать, а. Что я куда-то не туда свернул. Да, фейл. Пока рассматривал рогу. Немножечко оступился. Повторяем свою ошибку вновь. Понятно. Нарезаем на фарш этого. Эх, больше не могу. КДшечка как-никак. Это засранец. Так. И непосредственно сам босс. Это у нас кто? Ксулгарак, по всей видимости. Уж больно похож. Только вам показать. На темную сторону нас приглашает парнишка. Разрывы реальности. Я должен расширить их. Легион! Убейте всех на своем пути! Так, свичнулись у моба. Ох, ахи выхватил. И
Даю череду убийств в него. Ни хрена себе, 40 лямов. Но из-за того, что он просто сотого уровня, он походу выхватывает очень добротно по дамагу. Там уже выхватил. Не камильфо. Дадим, короче, кош. Стоять, куда ты погнала? Все, паренька уложили отдыхать. Все будет поглощено. Жизнь исчезнет. Но явно не сегодня. Сегодня жизнь никуда исчезать не собирается. Чё они там сбивают, интересно, боссу? Он вроде бы ничего не кастует. Ага, ясно, она сбивает этим гремлином гребаным, или как они там называются. О! Главное, вовремя. Так, даю обновленную мясорубочку и на фарш. Кстати, наверное, лучше так запустить, чтобы все выхватывали. Свободен. Ой-ой-ой-ой-ой, что больно. Давай. О, пошел стан. Все, мне надоело. Мне никто не помогает по ним. Я, короче, сам как дурак колупаю. Так, прожал кош. И вливаем дальше дамаг. Так, ну вот теперь можно включить. Давай. Мясорубка пошла и череда убийств. Какой-то сильно долгий хеморный босс. Однако... О, четенько стал. Достаю по всем. Я распадаюсь, а со мной умрете и вы. Страдайте. Блин, а? Там еще кто-то помер. Нехорошо, ДДшники мрут. Так. Плохо. Так, пошел адреналин. Можно выключить нафиг. Жизнь должна сгинуть. Давай, 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 удар. И С пошла. Череда убийства. Удар. Эх. Хопа. Еще амбушем всадим. Замечательно. Ну и нам, как обычно, ноль шмота. Вылетаем наверх. Так, ну и наверху, собственно, на террасе разрушителя нас уже ждет. Ждет товарищ Гул'дан где-то здесь.
Нет, ждет нас еще здесь маннарод, да? Кинжальчик с него падает. Ох, я бы от него не отказался. Ой, как не отказался бы, а? Эх. Да, в принципе, и от шляпы я бы не отказался. Плечики-то я себе тут прикупил какие-то на аукционе. Продавались за 200 золотых всего-навсего. Я так посмотрел на них. Подумал. И решил, что надо купить. Чё пропадать-то? Барахлу. Вот. Итак, этого кому мы оставили? Они здесь. Ясно. Запуск и понеслась. Ну, все равно достаточно быстро, в принципе, 12 лимонов мы слили. Потому что я помню, первые разы, как сюда попадал, мне казалось, так долго мы их бьем, прям вообще кошмар какой-то, как долго. Так, а это что за кентюрик вылез? Тебя мы тоже ще отправим отдыхать. Давайте чередой его накроем. Никакого залпа стрел сегодня не будет. Так, давайте бэшечкой обновим. Так, голем куда-то улетел. На, следующий. Прыжочек, удар. Ох ты, засранец, катился. Но ничего, другой. Другой далеко не ушел. А если не ушел, значит обязательно получит по лицу. Оп, успех. Опять новые пассажиры вылезли. Лови. Не, ну может быть даже мы его с первого раза убьем, вроде некоторые товарищи понимают, кого надо бить. Так, давайте я по бесам пробегусь. Ах ты засранец, телепортируешься. Ой-ой-ой-ой, нехорошо. Воля легиона будет исполнена. Ай. Хил, 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 где хил? О, 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 все поближе, поближе к своему отряду прибежал, и все хорошо сразу стало. Твои повелители вновь призывают тебя. Никто там у нас еще не умер? Нет, ну я, короче, буду по големам бегать. Хотя этим, в принципе, должен заниматься ДД отряд. Но ДД может стоять тупо, вливать не совсем туда, куда нужно. Поэтому я буду помогать дополнительно. Сейчас помогу по боссу подамажить. Давай, мясорубка там падает. Есть, обновил. Ваш конец настал. Ага, расслабься. Так, обновить двоечку. Пошла цешка. Умрите, шапки! Так, ну чё там, возвращаемся, короче, на големов. Мы как супер... супер мили отряд. Спасибо. Запустим. Голем, я иду. Пошла жара. Умрите, шапки! Там засыпают, конечно, меня дамагом.
Замечательно. Пошла движуха. Двоечка, давай, на, повесили дебаф и можем бомбурить его. Так, ну теперь надо, наверное, по големам, коли они так близко к рейду. Надо не рисковать. Опа. И сейчас каких-то вагонов скинет вниз. Да? Да, минус один. Да, конечно, жестко. Так, пошел БЛ, я вернусь на босса. Пока побью босса, а там РДДшники разберутся сами. Ваша плоть сгорит. Умрите, шапки. Давай, давай, давай. Пошла, короче, череда убийств. Ему в таблон. Там два голема жарят, блин, в мели. Так, помогу по голему. Давай. Отлично. Он дает прострелы. Жестяк, как умер Тан? Так, бежим, 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 бежим. Понятно, минус два хила. Жесть вообще. Как так-то, а? А, у нас бэрить некому. Блин, я даже кьюшкой не могу. Давай, да... Давай, 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 давай. Удар. 12 лямов. Оу, фак. Бежим, бежим, бежим. Держимся, никто не упадает. Мать его так. Засранец-то какой, а? Ну должны дожать. Должны, 8 лямов. Блин, если б я еще не тупил. Ух ты, ё-моё, он там раздает. Так, давай, 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 давай. 5 миллионов. Так, 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 бэшечка. Это не попытка, это должна быть победа. Обновляю. Так. Давай, хопа. Вешаю. Ага, болт. На, вот так вот тебе. Блин, главное тут самому не разогнаться и не вылететь. Давай, чуть-чуть. Ну и где мне шмот? О, плечо. Чудесно, я его сестка только купил, а? Вот подстава. Ну, блин, я здесь заслужил, как никто другой бы. Блин, выжил один из тех немногих крабов. Фух. Ну, друзья мои, это было круто. Это было очень круто. Фух.
Короче, сваливаем. Ох, ну что ж, на сегодня, думаю, все. Не забывай тщательный ран на этих трех боссов лайком. Все-таки мы по красоте на последнем боссе продержались. Всем спасибо за просмотр. Кто на канале?